Ребяточки, хочу вам похвастаться. Смотрите, у меня были такие коробочки, чтобы был мелок. Цветные мелки были такие кругленькие, толстые. Но мел давно уже изрисовался, баночки все копились. Я сделала теперь для всех своих мастер-классов. И сюда вот наклеила самоклеечки кусок, покрасила, лаком покрыла. И сюда буду складывать теперь всякие радости мелкие. Бусинки, пуговки и все такое. И вот так будет видно, что лежит в этой баночке. Потом у меня были такие баночки, тоже копились. Пластиковые они. Декоративный песок там был для цветов, для всяких штук. И мы делали такие мастер-классы, баночки засыпали разноцветным песочком с детьми. И вот у меня таких баночек накопилось. Я их тоже сегодня выкидывала. И вот я сделала такие вот супер баночки с красивым. То есть внутри тоже вот будет видно, что находится внутри. Я сделала такие выклики везде. Вот у меня банка пластиковая валялась. Это уже для кисточек будет ножниц. Ну и самая, конечно, красота. Это вот такую лейку сделала. Из кувшина фильтра. Фильтр для воды. Он уже давно мне стоял, никому не нужен был. И вот покрасила, сделала трафарет с Верой, моей сестрой, покрыли лаком, и вот такой вот барьер, даже видно написано. Ну, вот так вот, красота. А еще у меня были такие гирлянды цветные, в холл-центре покупались давным-давно, и я их тоже, они уже все сломались, и шарики были такие красивые, ниточные. Кто видел в холл-центре, тот поймет. И я тоже их всех копила-копила, и тут вчера тоже оторвала от этой гирлянды и покрасила. И другую гирлянду ставила. Сейчас, конечно, не Новый год, но вот так вот красивенько на кухне пока висит. Вот такая у меня красотища для мастер-классов. Баночки. И гирляндочка, и леечка для цветов. Теперь, ну, конечно, наконец-то мои цветы будут всегда упиты вдоволь. Красота? Ну, это просто сейчас торчит травушка, муравушка. В цветочках, цветочки завели, травушку оставила. Очень просто все это делается. Приходите, вместе будем делать.